На борту начал буянить человек, пассажир. Он сидел где-то спереди от меня. Я на 20-м ряду сидел, он где-то спереди. Сначала он начал ходить по салонам туда-сюда. Вот бортпроводник его пересадил на заднее место. То есть он ходил по салону, матерился, нецензурно выражался, приставал к людям, то есть с разными там вопросами. Оказывал физическое воздействие, то есть бил людей. Вот, бортпроводник его пересадил на заднее место, чтобы утихомирил его, успокоил. Вот. Затем он не слушался его, оказывал сопротивление, продолжал свои действия, дальше пошел по салону, в переднюю часть уже, в средней части там к одному человеку подошел, задал какой-то вопрос, там сматерился, оскорбил, ударил. Вот, бортпроводник опять же пытался его отдернуть, то есть постоянно следовал за ним. Вот, потом он присел там какой-то девушке, начал ее домогаться, то есть там за волосы схватил. Вот, потом подошел к парню, там что-то сказал, тоже ударил в иллюминатор кулаком. Вот, ударил парня локтем, кулаком. Дальше он пошел, присел там к какому-то молодому человеку, да, спереди сидела девочка, он через сиденье схватил ее за горло, да, в это время бортпроводник подскочил, отдернул его, ну, как бы принял удар на себя, вот. Дальше он подошел, там, передо мной сидел парень с маленьким ребенком, грудничком, вот, он там сказал привет, там, маленький, рукой пытался ее задеть, вот, подошел ко мне, вот, сказал мне, не разобьет. Вот, на что я встал, снял очки, вот, в это время он меня ударил, ну, я ему ударил в ответ, вот, дальше подлетели парни, вот, мой Алексей подлетел и завалили его на сиденье, вот, обездвижили, дальше бортпроводник подбежал, принес ремни, с помощью которых его связали, обездвижили, вот, и ждали уже посадки непосредственно, когда самолет остановится и придут сотрудники полиции. В рейс попался дебошир, который проявлял агрессию пассажирам, бил их кулаками, ногами, приставал к девушкам, душил девушек, вот, ну, бил по переборкам самолета, по багажной полке ногами стучал, по иллюминаторам, в частности, там, когда его посадили на заднее сиденье, слышны были удары эти. Вот. Дальше он потом пошел по салону, стал приставать к мужчинам, к женщинам, ко всем, просто как бы конкретно ко мне подошел, спросил, знаю ли я его, после того, как я сказал, что не знаю, он тоже попытался меня ударить, вот. После этого его проводник его оттащил, он там попытался ударить другого человека, ну и мы там совместными усилиями, нам удалось его положить на одно из кресел пассажиров. Алексей, подскажите, лично вам данный гражданин наносил какие-то телесные повреждения? Да, он попытался нанести, но я защитился. Вот после этого бортпроводник подбежал, оттащил его в сторону, и после этого он стал другому приставать. Попытался сначала ударить бортпроводника, после этого мужчина какой-то сказал слово, он попытался его, и мы затем совместными усилиями его уже схватили и положили. Но кому-то из пассажиров все-таки он нанес удары. Да, да, да. Да, многим девушек душил. Угу. Просто он ходил и ко всем девушкам приставал. Нет. Оскорблял их, называл нецензурными выражениями.